Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о компании Five Dollar Funnel и о прекрасной молодой девушке, которой всего 17 лет, и она получила свой доход $4300 первый месяц участия в компании Five Dollar Funnel. Конечно же, под руководством наставника Билла Эверта она смогла получить такой прекрасный доход. У нас у каждого здесь есть замечательные наставники, люди, которые имеют многолетний опыт создания миллионеров. И у них очень много учеников, которые уже стали миллионерами. Именно эта цель, чтобы каждый человек имел возможность иметь своего большого наставника, и привела Билла Эверта и Тома Селли к созданию компании Five Dollar Funnel. 17-летняя Анна вовсе не имела своих идей. Она просто знала, что можно заработать и на чужих идеях, как это сделали другие богатые и успешные люди. И таких примеров очень много. Например, Стив Джобс сделал большие деньги, Генри Форд не изобретал автомобиль, Рэй Кроп, основатель Макдональдса, конечно, не изобретал гамбургер. Однажды Анна узнала, что двое парней с яркой идеей создали Five Dollar Funnel. Они сказали: мы научим, чтобы вы нашли свою аудиторию, увеличили объем продаж и построили свой бренд. Наша интернет-академия будет учить, как увеличить свой доход, как эксперта копирования. То есть все техники вам уже приготовлены. Вам нужно только повторить их, учиться, чтобы стать настоящим предпринимателем, используя силу интернета для массового распространения. Возможности бесконечны. Как вы догадались, эти два парня – это Том Селли и Билл Эберт. На самом деле, это, конечно, очень солидные люди с большой успешной репутацией. И они говорят нам, что мы делаем. Мы не только мотивируем вас, чтобы вы увидели возможности, но даем путь к реальной счастливой жизни. Вы получаете проверенные тактики нахождения плода, результата в отношениях, в бизнесе и в жизни. Также Том и Билл отвечают сами на поставленный вопрос. Очень многие говорят: да чем же они отличаются, тренеров очень много. И они говорят: почему мы? Потому что мы удивительные. Нет, серьезно, мало людей на Земле с этим большим опытом помощи другим найти свои мечты и увидеть, что их выполнили. И это очень важно, потому что многие люди должны даже научиться мечтать, правильно излагать цели и мечты. Том Селли и Билл Эберт имеют уже очень много учеников своих, которые стали миллионерами. Они видят, что эти мечты у людей исполнились, и они выполнили свои цели. Поэтому они нам говорят: это то, что мы делаем. Позвольте нам помочь вам. В компании Five Dollar Funnel есть материнская компания, основа, да, на базе которой создана компания Five Dollar Funnel. И основателями материнской компании являются мастера-тренеры Билл Эберт и Роберт Холлис. У них 60 лет совместного опыта. Помогают людям найти свой голос и обрести свободу от того, чтобы быть рабом чужих снов. Они из чайников, так мы говорим, новичков интернета или новичков бизнеса, да, сделали десятки миллионеров. А вы хотите быть миллионером? И когда Анна услышала этот вопрос, она сказала: да, я хочу быть миллионером. Она знала, что успешные люди приходят к своему первому миллиону за 5 или 7 лет. И даже чайник делает свой миллион долларов за 22 года. Так говорит статистика. Том Селли напоминает: следуйте стандарту трудовой этики. Сделайте привычку держать себя в движении. Два правила, без которых нет сетевого маркетинга. Вы можете быть в компании сетевого маркетинга. Вы заплатили за лицензию дистрибьютора
или купили пачку продукта, вы принимаете продукты, но это не означает, что вы растете в сети. Это он приводит к классику, да? То есть классику сетевого маркетинга. То, что касается продукта компании Five Dollar Funnel, то это тренинги, авторами которых и являются Билл Эбер, Том Селли и основатель материнской компании Роберт Холлис. И поэтому можете оплатить $5, но если вы не занимаетесь продвижением своей сети, не рассказываете о тренингах, сами не изучаете их, тогда вы не в сети, вы не в бизнесе. И это правило надо обязательно усвоить. И второе правило, это все спрашивают, какая же здесь работа. Том Селли отвечает. Работа определяется путем нахождения новых клиентов и дистрибьюторов и строительства сети, как в любой компании сетевого маркетинга. Потому что эта компания создана на легальных условиях. Там, где они живут, там они и открыли эту компанию в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, эта компания следует всем правилам, установленным законом в Соединенных Штатах Америки. При этом компания уже на сегодняшний день привлекла партнеров со 196 стран мира. И за первых 6 месяцев работы в компании уже более 100 тысяч партнеров. При этом компания развивается только по правилам сетевого маркетинга. Люди рассказывают, передают информацию и таким образом, конечно же, строят свои сети. Доход 17-летней Анны составляет $4300 первый месяц сотрудничества с Five Dollar Funnel. Если 17-летняя Анна может сделать это, какое ваше оправдание? Почему у вас нет чека $4300? Давайте каждый ответим на этот вопрос. Кто-то мысленно, кто-то возьмет ручку и напишет причины. И все же, какое ваше оправдание? Задумайтесь, пожалуйста, над этим, почему в вашем кошельке не лежат доллары, полученные Five Dollar Funnel. Вы видите, это не просто начисление, а это выплата, это реальная выплата. Я сейчас вам помогу, стараюсь помочь ответить на вопрос, что же все-таки не так? Почему в вашем кошельке еще не лежат доллары, полученные в компании Five Dollar Funnel? Прежде чем начать продавать, а значит зарабатывать, необходимо усвоить первое правило продавца – изучить и поверить в тот продукт, с которым имеешь дело. Я еще раз напоминаю, в компании Five Dollar Funnel продуктом являются тренинги. Первое, что вы должны сделать, изучите тренинги Билла Эберта. И второе, следуйте рекомендациям Тома Селли. Он делится ими на блоге, и каждый день он проводит реальные встречи по обучению на английском языке в реальном времени. Он обучает людей зарабатывать в интернете, правильно выстраивать отношения в жизни и дает формулы личностного роста. Сделали ли вы это? Если нет, то пометьте себе, вы должны это сделать. Те, кто все тренинги уже на сегодняшний день изучил, ждете новых тренингов, и это очень хорошо, что вы этот этап выполнили. Давайте посмотрим, что еще нужно делать для того, чтобы заработать. Конечно же, мы должны рассказывать о компании Five Dollar Funnel. Рассказывая о компании и о тренингах Билла и Тома, завершайте свою речь словами. Вы имеете право пройти мимо компании Five Dollar Funnel. Но тогда упустите шанс стать миллионером, имея всего $5. Придя в нашу компанию, Анна уже в первый месяц получила доход $4300. Эти слова очень четко говорят той возможности, которую люди находят здесь, в компании Five Dollar Funnel. Давайте вспомним формулу эффективности продаж.
20 плюс 20 плюс 60. Существует формула, позволяющая достичь максимального эффекта в продаже. Согласно этой формуле, 20% рабочего времени нужно уделить поиску клиентов, новых клиентов. Еще 20% – анализу и обработке полученной информации. И 60% – работе с уже имеющимися клиентами. Делайте, и вы получите результат. Для наглядности планирования рабочего времени используйте распределение дел по 4 категориям в порядке их приоритета. Такой подход изобрел президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр. И это теперь называется матрица Эйзенхауэра. И он дела определял: первая категория – важные и срочные дела, вторая – важные, но не срочные, третье – срочные, важные, и четвертое – неважные и несрочные. Если вы будете распределять таким образом дела, которые вам нужно будет сделать, это очень облегчит вашу работу, и вы быстрее придете к результату. Также, конечно, помним о принципе Парето, когда 80% потраченного времени, а это ваша жизнь, дает всего 20% результата. Поэтому вы должны так выстроить свой день, чтобы 20% затрат времени давали вам 80% результата. Меня переполняют чувства от восторга услышанных тренингов и такой большой пользы, которую каждый день имею от замечательных наставников Билла и Тома. Мне бы хотелось, чтобы вы подписались всего на 1 месяц, и это только $5. Сделайте, и вы получите результат. С вами Елена Усачева. Я приглашаю вас в компанию $5 Family. Детали вы можете узнать, посмотрев детальную презентацию по новому маркетинг-плану. Всех вам благ. До новых встреч!